Министерство иностранных дел Армении подало заявку об открытии в Уругвае посольства. О намерении открыть посольство в Армении еще в 2021 году заявил находящийся с рабочим визитом в Ереване глава МИД Уругвая Франсиско Бустильо. В 2022 году открыть посольство в Уругвае собиралась и Турция. А для участия в церемонии закладки фундамента депредставительства в Монтевидео приехал сам глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Но турецкий министр одним жестом поставил крест на открытии посольства своей страны в столице Уругвая. В этот день Чавушоглу из машины показал местным армянам, митингующим за признание Турции геноцида 1915 года, жест турецкой радикальной националистической организации «Серые волки». Президент и глава МИД Уругвая осудили выходку турецкого чиновника. Президент Уругвая также назвал реакцию армянской общины на подобное поведение обоснованной и подчеркнул, что активизация торговли с Турцией не означает, что Уругвай согласен со внутренней и внешней политикой Турции. После скандала с участием Чавушоглу, сенат Уругвая единогласно поддержал предложение отложить назначение посла в Турции. Уругвай является первой страной, официально признавшей геноцид армян 1915 года в Османской империи. Парламент этой страны признал и осудил геноцид армян в 1965 году, а 24 апреля было объявлено Днем памяти армянских мучеников. Основная часть армянской общины Уругвая состоит из представителей третьего или даже четвертого поколения армян, бежавших от геноцида в Османской империи в 1915 году. Большинство из 20-тысячной армянской общины живет в Монтевидео. Армянскую общину возглавляет и официально представляет Центральный административный совет Армянской апостольской церкви. Внутри общины действуют также колледжи, представительства армянских национальных партий со своими союзами и клубами, а также патриотические, благотворительные, культурные и молодежные объединения.